18 лет, рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 800 граммов. Профессиональный дебют, его стиль ушу санта, представляющим Грозный Рамзан Хачхизов! И в красном углу его соперник, ему 19 лет, рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 500 граммов, его стиль ММА. Профессиональный дебют, представляющий Грозный Россия, Магомед Джамбулатов! Родили в октагоне Рейхан Шабир. Рамзан Хадизов и Магомед Джамбулатов. Да, будем произносить Рамзан все-таки попроще, покороче. Поехали. Герихан Султанович дает команду начинать бой. Сразу начинают хлестко этот поединок. И отлично. Какая хорошая серия Джамбулатова. Хорошая такая, да, классическая связка. Корпус-голова. Пока все видит Джамбулатов. Все попытки Хадизова здесь прочитаны. Хорошо двигается вперед. Здесь сразу еще одна серия. Плохой размен, очень результативный. Здорово. Да. И как своевременно, да, это сейчас было. Посмотрите, как он поменял. То есть с ударки перешел на борьбу. Сказал, скажем, иди сюда, подеремся. И сам перешел. Сделал проход в ноги. Насколько вот вообще можно вот этим переключателем ловко работать с борьбы и на ударную технику, как ты считаешь? Ну, я хочу сказать, это очень хороший показатель бойца, его подготовки в целом. То есть есть бойцы, которые готовятся к бою, ну, как бы не придают большого значения сопернику, там, не готовятся под нему. А есть те, которые, даже находясь вот на такой стадии, скажем, новичка, дебютанта, уже подходят очень профессионально, вот что мы, в принципе, сейчас увидели. Да, то есть он показал, что он может и руками драться. И, как видели, хлесткие лоу-кики наносит. И вот, пожалуйста, даже перевел в партер соперника. Да, вот нанес сейчас локтем покасательно. А вот сейчас уже плотнее. Ну да, давление неплохое демонстрирует. И работает в своем удобном для себя темпе. Никуда не спешит. Увидел брешь в обороне. Бум-бум, постучал. Здесь по корпусу, здесь по голове. И в целом пока нет оснований, ну, никаких абсолютно поднимать в стойку. Да, ну и Хадиза, вот мы как видели, сейчас нанес несколько раз локтем снизу. Хорошая работа, кстати. Да. Я же говорю, вот локти, они сами по себе имеют свойство там наносить травмы такие, которые могут просто вывести бойца, то есть нанести там сечку или что-то, и тем самым нанести такой урон, который не позволит там бойцу продолжать бой, тем самым минимизируя усилия физические, принести в свою копилку еще одну победу. Здорово. Пересаживается в боковой контроль. Опа, смотрите, какой удушающий. Получится ли? Нет. Не удалось. И здесь попытка сразу же была пересесть full mount. Подтягивает ногу Тимербулатов. Ой, Джамбулатов, прошу прощения. И пересядет ли? Да, продавливает, пробарывает. Вот. Да, смотрите. Смотрите, что происходит. Пошел прием. Все, вот. Все, дамы и господа. Да. Я же говорю, дебютанты иногда, конечно, о чем мы и говорили, Роман, выступают иногда просто отчаянно, красиво, выкладываются, реализуют все свои амбиции. Ну что ж, это было здорово, это было впечатляюще. Очень сильно задавил своего соперника с самого начала Джамбулатов. Шикарно перевел, шикарно обманул и потом просто завершил этот поединок уверенно, спокойно, как будто гроссмейстерски все выполняет. И в данном случае, если мы все-таки в такую узкую плоскость уйдем, то ММА победили ушу Сайнда. Это, конечно, так да, совсем неправильно да. говорить, но в целом немножечко что-то есть от этого.
бою. На 3-й минуте 9 секунде первого раунда удушающим прием победу одержал боец в красном углу клетки Магомед Джамбулата! И аплодисменты его сопернику Рамазану Хадисову.